Добрый вечер, дорогие друзья. Несмотря на то, что сегодня вторник и довольно холодно, приятно видеть, что зал не пустой. И как всегда приятно здесь играть, в принципе. За что большое и отдельное спасибо Араеку Акопяну. По старинной традиции мы сегодня поиграем в основном мою музыку. И со мной сегодня играют замечательные артисты и спортсмены. Виталий Эпов, барабаны. Михаил Гручевич, труба. Константин Чеботок, саксофон. Александр Цивилев, рояль, клавиши. Большое спасибо. И, насколько я знаю, самый правильный алгоритм — это когда на концерте публика вся идет тихо, а музыканты громко, и тогда все получается. Спасибо большое, хорошего вам вечера.
Thank you.
А теперь танцевальная музыка будет. Thank you.
Следующая пьеса называется «Елеазар» по одноименной повести Леонида Андреева, поэтому если кто-то вдруг читал, не в смысле читал, а читал Леонида Андреева, то вспоминайте. Thank you.
Thank you.
сейчас опять танцевальный номер акустической техно. Thank you.
Движению завершению сегодняшнего вечера. И пока это еще не случилось, я хочу еще раз представить вам музыкантов. Виталий Эпов, барабаны. Михаил Грушеев, труба. Константин Чехотов, саксофон. Александр Клюжев, рояль. Я Сергей Кондратьев, спасибо. Самое главное, я забыл сказать, что следующую пьесу написал Владимир Генералов. Thank you.
Обращаемся с вами большое вам еще раз всем спасибо, а Райку отдельное спасибо. Всего вам доброго. Thank you.
Спасибо. Виталий Эмбов, Михаил Гручеев, Константин Чеботов, Александр Семенов, меня зовут Сергей Кондратьев. Всего вам доброго.